Сегодня 1 июня 2019 года. Мы приехали в Потеряевку. Как у вас фамилия-то? Гладыщук. Как? Гладыщук. Голодыща? Гладыщук. Я спрашиваю, как ваша фамилия-то мне сказать? Она что-то Гладыщук говорит. Гладыщук. Как правильно-то? Гладыщук. 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 Это еще украинская фамилия? Ну, наверное. А вот это у нас на втором мостике Серебрица вода. Вон туда он дальше уходит. Это шлюз. На шлюз сейчас поедем туда. Его видно здесь. А здесь это туда уходит? Гликерия. Туда дальше теперь разлилось. Это не было. Лопату возьмите. Солодки покопаем. Привет, я Гликерия. Ты опять без платка? Понимаешь, ты ничего не понимаешь? Или почему ты каждый раз на руку куда пошла-то? Гликерия, ты без платка. Нельзя ходить без платка у нас. Иди надень. Ни с кого не спадает, а ты сразу сбрасываешь. Абсолютно бестормозная растет девка. Вот кому-то достанется при весах. Мать разведенная, бабка разведенная, прабабка. И все выходят за уголовников. Ну что ж тут ждать-то? Вот так. А там вон, видать, деревня. Видно, домик, это Иосифа, видать. У меня руки трясутся. Большое озеро, второй мостик. Так, ну пойдемте дальше посмотрим. Смотрите, что здесь воды никогда не было. Вот это такое, чтобы вода, она туда вон куда ушла. Это подняли мы уровень. Уровень подняли метра на два, наверное. Не меньше. Тут запустили рыбы, я тоже сказал, купите на мой счет рыбы. Вон утки везде летают. Сразу природа вся ожила.